Трэш-контент. Все, мы спалили оригинал. Удивительная фигня. Это фиаско, ребят. Паль победил паль. Макита! Салют, на связи оптовая компания Texat. Мы занимаемся оптовой продажей электроаккумуляторного и бензоинструмента. Сегодня мы хотим сделать для вас сравнение копии и оригинала. Макита. Шуруповерт. В данном случае у нас 12 вольт. И 10.8 в случае оригинала. Какие у нас тесты сегодня будут? Тесты. Сделаем на скорость саморезы. Посверлим, кто быстрее из них. И кто засверлит, в принципе, просверлит от коротких до самых длинных, там 150-х. Битки взяли хорошие, фирма Milwaukee. Как всегда, жалко, что ушла с рынка, но тем не менее остатки еще остались. На старт, внимание, марш! Все, битка съелась, саморез не закручен. Давай. Он может. Сам шуруповерт, но в принципе тянет. Все, это максимум, все, что я смог сделать. Но для сравнения, максимум паленочка наша и оригинал. Ну, разница есть, но небольшая. Сейчас можно попробовать как раз тогда самые длинные, уже 150-е. Посмотрим, насколько они хороши. Окей. Наши шуруповерты будут для этого. Как оригинал, так и не оригинал. Поехали. Нет, здесь та же самая проблема. На самом деле дело не в шуруповертах, дело в самих саморезах. У них шляпки, металл. Шляпные. Да. Вот это прям паль победила паль. Хотя сами шуруповерты тянут. Ну, давай-ка я попробую оригинал. Но вот это дело другое. Здесь хороший болт. Хороший болт окручивается. Здесь скручивается. На самом деле 10.8 тянет очень хорошо. Все, махнули местами. Я с оригиналом. Это копия. Я с оригиналом. Это у нас саморезы идут 70-ка. Сейчас будем их крутить. Вообще на раз. Получается, подделка выигрывает оригинал. Все. Ну или ровные руки выигрывают неровные. Ой, я понял. Чтобы обосрать на оригинал, надо дать ему пацану с неровными руками. Смотрите, ребята. Это у нас копия. Это копия. По-моему, это вообще-то удивительная фигня. Давай, берем 102 саморезы размер. Так, ну пока 70-м справился не оригинал, но лучше, чем оригинал. Что-то мне кажется с оригиналом не то. Ну-ка дай-ка. Нет, это что-то у меня с руками не то, по-любому. Я, конечно, не эксперт, но реально вот он, не оригинал. Это удивительно. Тот, который крутит. Ну что, берем самые длинные, 150-е, паленая Макита. Но справляется лучше, чем оригинал. Шляпки уже все. Короче, у нас по длинным саморезы полная шляпа. Шляпа саморезы, паленочка. Ну что, переходим на болты, там уже ничего не прокрутится сейчас. Давай сначала начнем с оригинала. Как справится оригинальный? Быстро. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас посмотрим на неоригинал. Так, ну, в принципе, то же самое, ничем не хуже. Уже берем десяточку. Оригинал. Неплохо, неплохо для оригинала, с учетом того, что он не такой мощный, всего лишь 10.8 вольт. Ну, давай посмотрим на подделочку. Теперь...
трудом, конечно, но докрутил. Ну, разница не настолько очевидная, да. А в цене разница в несколько раз. Чуть позже, да, чуть позже будут цены, вот здесь мы на момент покажем. Снятия, да, видео. Разница по ценам вот этого и этого в несколько раз. Чисто для эксперимента попробуем самый такой уже болт подлиннее, десяточку. Попробуем вообще справятся ли они или нет. Но уже на этих тестах, которые мы сейчас сделали, уже показали, что разница не практически нет. На удивление, конечно, но... Все. Практически справилась. Еще раз повторюсь, этот шуруповерт... Ну, конечно, здесь 12 мм. Он как бы, да, по идее не должен это сверлить, это для него тяжело. Дальше не идет. Но, тем не менее, практически, смотрите, насколько справился. Да? Короче, он паленым запах. Оригинал спалили. Все, мы спалили оригинал. Так, ну теперь попробуем... На что будет способен наш параллельный. Слушай, он до сих пор горячий, прям горячий. Ему прям плохо. Смотрите, да, два шуруповерта. Причем вот этот стоит в районе 10 тысяч рублей. А этот на момент видео оптом у нас вы можете взять от 200. Ну, в розницу он продается где-то за 3-3,5. Смотря от региона тоже зависит, если где-то это далеко. То есть, понимаете, да? 9-10 тысяч и 2-2,5 тысячи в опте. Да, то есть оптом вот там 5-6 штук, 2,5 тысячи. Розница, пожалуйста, если вы хотите начать чем-то заниматься, если вы далеко от Москвы, вот эта штука. Вот это вот, сейчас сюда покажу. Она зайдет очень круто, и вы сможете на этом неплохо заработать. Надежного поставщика вы уже знаете. Всем спасибо за просмотр. Тест выдался интересным. Я наконец-то подержал. Все ссылочки оставим в описании. Да, Telegram, WhatsApp, все, короче, вот там, внизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментарии. Да, зачем они, мы не знаем, но мы их читаем. Пишите, что еще снять, о чем снять. Текса! Покажем на тесте. Всем пока!